Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Андрюх, ну чё, всё загрузили? Да, братишка, всё готово к отправке, мы можем выезжать, в принципе. Ну всё, садись тогда, поехали. Давай, братан. Сколько на этот раз литров? 80. 80 тонн. Литров? Тонн? 80 да. Тонн литров молока? Да, всё верно. Так, ладно, ну я думаю, весь Лего Сити мы наполним. Все магазины mm-hmm. будут обеспечены поставкой самого качественного молока брикерского. Конечно. Так что всё, отправляемся в Лего Сити. Будем сейчас, друзья, мы с Андрюхой... заниматься доставкой, братишка, все верно. Молока, да, все, друзья. Mm-hmm. Сначала разъедем по крупным магазинам, далее поедем по маленьким, Андрюх, ну и в конце заедем вот эти в частные дома, которые непосредственно у нас уже закупают свежайшее молочко по трехкратной наценке. Вот и все. Да, бизнес-план готов. Все, друзья, едем, короче, мы в Лего Сити. Ну что там, Андрюх, едем по расписанию, что по времени? Секундочку, Диман, загляну в нашу записную книжечку. Так, так, слушай, все нормально, придерживаемся согласно графику. Все нормально, блин, ну вы сами понимаете, ребят, потому что молоко это дело такое, чуть-чуть опоздали. Все, прокисло, протухло и дальше уже никому не продайте, а у нас лучшее молоко в Бриксвилле, мы держим марку. Да-да, братан, а теперь давай нажимай газ, потому что впереди какая-то горка огромная. Так, давай, Андрюха, да у нас тачка, блин, мощная, справится со всеми препятствиями. Уверен? Да, смотри. Опа, заезжаем. О, это он, это Андрюха. Это он, братан, это он. Андрюха, ну, это как, он. А что нам делать-то? Аккуратно, давай, братан. Сворачивай, сворачивай. Сворачиваю. Андрюха, это он. Вставай быстрее, ё-моё, блин. Это кто, не понял? Да это ой. Я, Бобби. О, Бобби, дай руку. На, давай. Подымай. Ай. Давай. Где мы? Капец, блин, что произошло? Где Андрюха? А, вот Андрюху подымай, быстро. Андрюха. Андрюха, вставай. Я хочу на работу. Да какая работа, вставай быстрее, ё-моё. Вставай, резче. Бобби? Бобби да, здесь. Здорово, здорово, мужики. Боже, что здесь произошло? Вы чё, его упустили, балбесы, блин? Кого, его? За тем самым, которым мы 3 года охотимся. Тот самый Милк Уолкер. В общем, ребят, всем здорово, с вами Оверфони и Бобби, добро пожаловать в Брикрикс. Всем хай, дорогие друзья. Здорово, чуваки. Ну что ж, друзья, мы 3 года с Андрюхой работали под прикрытием на фабрике, ну, на ферме, короче, производили молоко, доставляли молоко в Брикс, в Лего Сити и так далее, работали на ферме, блин, по производству молочных продуктов, также переработка фабрика, и все ради того, чтобы поймать ходячее молоко монстра Тревора Хендерсона. Сейчас мы впервые за 3 года его встретили, и он нас подбил. Бобис, ты особо не ругайся. Да вы вообще знаете, что произошло? Знаете, куда он вообще направился? Куда? Он отправился в большой город Брикрикс. Брикрикса. Лего Сити. Он отправился в Лего Сити? Да. И что нам делать? Мы его упустили благополучно. Молодцы парни. Так и что нам делать, блин? Ну что, вы отправитесь за ним. А форма где наша? А машина, оружие? Назад обернитесь. О, а форму взял? Ну там все лежит, что вам нужно, парни. Ну что, давай переодеваемся. Так, Андрюх, переодеваемся тогда, друзья, ладно. В общем, ребят, вы узнали наш секрет, мы сотрудники секретной организации, ну, как и сказали уже, мы работаем в SCP-фонде. В общем, друзья, ловим всяких SCP и монстров Тревора Хендерсона. И теперь как нам, Бобис, куда отправляться? В Лего Сити. Ох, ё-моё, ну давай ты с нами. Не-не-не, парни, я поехал в другое место. Куда? Куда? Ну это не важно уже, я, наверное, пойду там поотдыхаю. Капец, ну ладно, все, Андрюх, прыгай в тачку. В общем, ребят, едем мы ловить это ходячее молоко, блин. Фух, упустили, короче, а план был хорош, да, Андрюх? Я думал, да. Мы... у нас все получится. Я думал, мы выполним этот план и под прикрытием поймаем, блин, ходячее молоко. Но видите, друзья, откуда-то он узнал, Андрюх, что это мы, блин, и подстрелил нашу тачку. Это было очень неожиданно, мы были не готовы, товарищи. Да, ребят, наше прикрытие было рассекречено. И самое обидное, что люди в Лего Сити остались без свежего молока в этот день. Это да, ну главное теперь поймать это ходячее молоко и наказать. Ладно, давай сделаем так, чтобы они хотя бы не остались без своих жизней. Все, погнали. Сейчас мы его обезвредим. Погнали. Вперед.
Диман, что-то пока что не видно активности ходячего молока. А я не знаю, Андрюх, может он вообще в Лего-Сити не поехал, может он свернул в какой-то другой город, может же быть такое. Может быть, ну-ка, а что это на обочине справа? Не знаю, Андрюх, какие-то кишки, блин, какие-то тела. Подъезжай, быстрее. Ща, погоди, надо проверить, братан. А ну-ка, ща давай посмотрим. Ё-моё. Боже мой, это что такое? Погоди, это коровы, Андрюх. Это реально коровы, слушай, им просто все поотрывало, ты посмотри. Я вижу, вот вымя, посмотрите, ребят, коровья. Мне кажется, это проделки ходячего молока, может он молоко у них высосал, Андрюх, и подпитался? Нифига себе, если так, то это очень жесткий монстр Тревора Хендерсона. А вон, точно, это походу, блин, коровы, посмотри, там целая, вон, повезло ей стоит, ребят, видите, на том поле. Ох, Буренка, спаслась ты, повезло тебе, вот твоим сестрам не повезло. Быстрее, Андрюх, прыгай в тачку, ё-моё, значит он реально, ребят, в Лего-Сити, там. Это жестко, быстрее, быстрее, Андрюх, садись, ну что ты бежишь так я долго? Я бегу, я спортсмен, я это, устал, давай, поехали. Все, погнали, вот это, друзья, конечно, плохие новости, ходячее молоко, блин, молочко убежало у нас, друзья, из-под рук. Да, оно еще оказывается и высасывает молоко, это вообще какое-то бешеное создание, жесть. Я не представляю, Андрюх, как с ним сражаться. Блин, самое главное, Андрюх, чтобы жители города не пострадали. Но пока что смотри, город цел, невредим, даже полиции нет и армии, все нормально. Так, а где все, кстати? Не знаю, может всех просто на карантин закрыли по домам и все. Вторая волна, говоришь, может быть? Ну, может быть, не знаю, Андрюх. Может быть, может быть. О-о-о! Быстрее, что ты стоишь, газу давай! О-оу, братанчик, даю газу. Знаешь как, сейчас проедем вот здесь. Выходи из тачки, братан, выходи из тачки, переодевайся, бери РПГшку. Бери. Он уснул, ну-ка давай. Сейчас переоденемся, ребят, быстро РПГ возьмем. Не подсматривай. Все, Андрюх, взял РПГшку. Так, давай обежим, посмотрим. Блин, забор, ломай. Ломай его. Ломай забор, братан, еще сильнее. Ну. Не ломается. Да он пошатнулся, давай. Ну! Андрюх, он уже сзади, он за машиной! Сейчас тачку сломает, бро! Гаси его! Ой, мама! Надо машину спасти, брат! Надо срочно! Все, ее нету, братик! Больше тачки, жесть! Машине конец, а что нам теперь делать? Не знаю, блин, попробуем сейчас его пострелять, братанчик, сейчас попробуем. Давай, ну-ка, сбоку заходи, сбоку давай. Захожу сбоку, братан. Все, он сзади! Молоко наказывать. Боже мой, как это показалось? Он еще умеет в пространстве телепортироваться, ё-моё! Не берет РПГ, братан! Воистину опасное создание Тревора Хендерсона. Давай быстрее за дом. Давай быстрее, бежим. Бежим быстрее, братан. Где он? Отстал от нас, что ли? Сзади нет? Не знаю, братан. Я очень устал на самом деле. Жесткач вообще. Не берут его, друзья, РПГшки. Тут есть тачка полицейская. А вон он. Быстро сядь. Быстрее, братанчик. У нас есть шанс. Уезжай давай, отсюда. Быстро разворачиваюсь, брат, как могу. Полицейский разворот, давай. Оу, ё-моё, офигеть. Жесткач, налево, братанчик. Давай. Сюда. Он за нами! Слушай, он прям за нами гонится! Мама, спаси меня, пожалуйста, ради всего святого! Он прям очень близко, Андрюх! Ай! Блин, он почти попал нас! Я виляю, брат, виляю! Ё-мо, давай куда-нибудь за контейнер! О, подбил, братан! Вылазь! Давай попробуем здесь! Давай попробуем здесь его подбить! Аккуратно, бро! Готов? Главное, не попадись! Под его снаряды, ну-ка! Я стою, аккуратно его! Стреляй, бро! Стреляй! Стоит! Опа! Слушай! Ты ногу ему сломал! Сломал, что ли? Нифига себе! А смотри, все! Ё-моё, чё, мы его оглушили, мы ему ногу оторвали, братан! Походу, братан, давай ждать поезда, бро! Ну-ка, ждем! Поезд приедет! Офигеть, ребят, смотрите, без ноги на железнодорожном переезде, сейчас мы его гасанем! Он попал в ловушку! Ну что, молоко, ты теперь никуда не выберешь, поезд едет, правильно? Андрюх, едет! Готов? Ну всё! I'll be back! Скажи последнее слово! До свидули! Давай, мы добиваем бошку эту. Полетело ходячее молоко, друзья. Вот это топ, Андрюх, да? Фу, братан, пахнет кислым. Скисло молоко, протухло. Вот это, ребят, просто респект. Ну все, Андрюх, погнали докладывать Бобису, блин, о том, что мы все выполнили, защитили Лего-Сити. И все-таки спустя 3 года уничтожили ходячее молоко монстра Тревора Хендерсона. Угу, дело сделано. Ну что, парни, поздравляю вас, молодцы, поймали его наконец-таки. Да, спасибо, наконец-таки, да. Ну это самое, как бы за то, что у вас первый раз молоко как бы, ну, убежало, да? Вот вам наказание, экспериментик. Что еще за экспериментик? Ой, да, вообще изичный экспериментик, вы просто один из вас кто-то будет гоняться за вот этими вот двумя прекрасными тачками. Ого,
В общем, друзья, вот такой вот экспериментик у нас. В итоге мы поймали, блин, ходячее молоко, но Бобис нас решил немножко наказать. И придется мне сейчас сесть за управление этим опасным монстром и половить пацанов в Лего-Сити. Ну что, парни, разлетайтесь? Давай. Ну все, ходячее молоко против Лего-машин. Убегающее молоко, вот так вот. Убежавшее. Да, пропавшее молоко, друзья. Ну что? Скисшее. Молоко стукшее. Пропало, никто не видел. Пропало молоко. Ну все, я выехал, парни. Опасный, страшный монстр Тревора Хендерсона. Сейчас вам просто по вашим тачкам Лего как раз даст вот огненного залпа. Что? Спасибо. Опа! Кто это там? Как повезло ему. Ой, ясненько, минус Бобис. Опа, 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 Бобис. Я на оранжевой машинке. А как я не могу попасть, Бобис? Я ж попал, блин, нет? Ты вообще не попал ни разу. Вот рядом было вообще вот... Было? Этот самый, миллиметраж. Там просто тебе чудом повезло, ты, блин. Чудом нафиг выжил, чудом нафиг. Вообще, просто чуть-чуть ему... Что там? Под поезд чуть не упал. Ага, вот это да. Мы, прикинь, ходячее молоко так и поймали под поезд, блин. Да? Вот-вот. Да. Нифига себе, ну потом мне это, наблюдение скинете опять. Да, да, скинем, скинем. Видеоблог. Ты, блин, куда вот, там, блин, крысюк? Ездит, ездит от меня, блин, пытается уехать. А ну... А я за вами еду, кстати, что-то меня не видит никто. Нет, у тебя за нами, потому что... Вообще-то врун. Есть. Ну, вообще-то нет. Вот сейчас только выехал. Эй, ты чё? Вот сейчас, эй! Ну, Басик. Вот ты сейчас. Чё? У меня же управление потерялось! Ой, мама! Ну что, первое, друзья, поймали, это Андрюха. Итак, Бобис? Где у нас Бобби? Давай прыгай ко мне, Андрюха. Давай, давай, братан, сразу же газу, он тут где-то поблизости должен быть. Да я знаю, я знаю. Шо, Бобис, блин, он под этой. Дурачок, блин. Бобис под парковкой, вон он. На, он получай. Под не понял сейчас. Да блин, не успел настроить прицел. Бобис, ну а ты что не уезжаешь, смелый? Да. Братан, может, ты уедешь? Мне страшно как бы. Да я не могу! Попал вроде. Быстрее, у нас колеса нет. Давай, 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 ребят, подбил. Ходячее молоко подбило пацанчиков. Ну давайте. Есть пробитие. А теперь вас вот так вот, пацаны. Нет, братан, давай, уходи туда. Ну, давай, еще есть колеса, давай. Ай! Движение жизни, движение тьма. А куда вы, пацаны, движение собрались? Далеко? Силы. Да. Да, далеко, братан. Пацаны, далеко собрались? Да. Далеко? Братан, смотри. Заворачивай. Да ё-моё! Бордюр не поднимает колесо! Поехали со мной! Все, погнали, пацаны! Забрал в плен просто, ребят, в плен! Украл! Вот это кайф! Уважаемые дамы и господа, теперь я в роли ходячего молока, и теперь я буду вас уничтожать. Ого, все, Бобис, Андрюха сошел с ума, кажется. Я поехал. Поехали быстрее, эксперимент начинается. Офигеть, вон Бобис аж от твоего смеха умер. Извините. Бобис, ты что делаешь, Бобис? Аккуратно, бро. Мы кайфуем. Пацаны, давай, давай, это, в норку. Давай, в норочку. Вот, не, Бобис. Давай, залетай в норочку. Вот сюда. Давай, не, в натуре, давай туда. Да блин, ты прикалываешь? Да нет, нет, сюда давайте ко мне, мужики. Да блин, а за задом не едет. А за задом, а за за. Быстрей. Давай, Бобис, я поехал. В норку, не Бобис. Не уйдете от судьбы. Мы можем спавниться, пока Андрюха нас не задел, точнее, ходячее молоко. Все, давай, да, на второй этаж, Бобис. Андрей. Ты теперь не Андрей, ты теперь не андерталец. Я теперь ходячее молоко. Не андерталец. Извините, пожалуйста. Вон он летает, прыгает. У меня это... На соле молекулы разваливается. Молоко убежало, я не понял. Бобис, я на втором этаже, он меня не видит. Да. А Бобис, он меня видит. Я вас не вижу, ребята, вообще, я совсем не вижу. Жуй пыль, глотай. Бобис, жуй, ты чё, дурак? Пыль. Бобис, ты не можешь теперь спавниться, ты ешь, в него врезался. У меня не дотронулся. Я видел. Ладно, вторая попытка у Бобиса. Ешь, пей, ешь, орбит. Давай, Бобис, я тебя пожалел, уходи. У давай. У тебя руки нету левой. У него вообще, блин, все проблемы с головой. Да зачем? У меня... Ты чё там обходишь? До свидания, меня? Ну, Басик. У меня нет руки, зато у меня есть ходячее молоко. Ну, давайте, идите сюда. Бобис, аккуратно сидим. Смотри, здесь. Как умею. Дрестить? Я тоже могу. У меня ретро-тачка, она дрестит еще похлеще твоей. Да? Да. Здравствуйте. Боевая классика, где он? У меня же а он сзади! Нет! Бобби, меня подпалили! Бобис, помоги! Да Бобис, не сбивай меня! Поехали, блин, балбес! Куча мала! Бобис, газу! Да заносит, смотри как!
О, все, а теперь, блин, уже все, друзья. Я еще могу ехать. О, во, мы едем, а я выпал, Попис, я выпал. Все, ты выпал, ты сгорел. Я выпал из тачки. Не-не-не, ребят, идите сюда. Ладно, ну что ж, друзья, на такой угарной ноте завершается наш сегодняшний видосик. Мы с ребятами надеемся, что вам все понравилось. Ну что ж, ставьте лайки, не забудьте подписаться на все наш канал, ссылочки будут в описании. Ну а с вами сегодня были Овер, Фони и Бобби. Всем спасибо за просмотр и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.